Я Вика Дайнека, озвучиваю Рапунцель, маленькую принцессу в мультике «Рапунцель. Запутанная история». Она веселая, она жизнерадостная, очень сильная и смелая, и очень романтичная натура. Иногда я очень много вижу общего между мной и Рапунцель. Она романтичная, и она достаточно дерзкая, и достаточно смелая, что самое интересное. Я очень хочу увидеть огоньки. И не просто через окно. На самом деле, она хоть и маленькая, но она такая удаленькая. Она может кому-то и сковородкой заехать. Но главное, чтобы девочка всегда оставалась девочкой. Даже если она кого-нибудь бьет сковородкой по лбу. Рапунцель свои длинные волосы использует очень ловко. Завидная шевелюра. Она, мне кажется, умеет делать ими абсолютно все. Поднимать нереальные тяжести, использовать их как лассо. Хорошо, когда длинные волосы, но хорошо, когда можно экспериментировать. Вот сейчас, особенно после того, как я озвучила мультик, я очень хочу длинные волосы снова. Сбрось свои волосы! Меня зовут Григорий Антипенко. Я озвучиваю замечательного персонажа Флина Райдера в запутанной истории «Рапунцель». Абсолютный авантюрист и во всем причем. И касательно женщины. Здрасте! Касательно, так сказать, мира окружающего. Да, хочу свой замок. Ко всему прочему, еще и воришка. Такой благородный. В душе. Ну, собственно, воришка. О, привет. А? Прыгает и совершает потрясающие какие-то головокружительные трюки. Голову вжал. Голову вжал. Сгруппировался. Сгруппировался. И в полет. И в полет. И в полет. Пошел. Ну, вообще, очень такой хороший. Живой. Живой не в пример мне, старику, персонаж. Простите, парни. Я, может быть, не совершаю мультяшных поступков в силу того, что мы люди. Ну, если бы такие вот вещи себе позволяли, то мы бы уже рассыпались. Он-то вполне гармоничен. У меня к себе больше претензий, чем к Флину Райдеру. Он такой хороший, он замечательный. Неужели у меня такой нос? То, что мне предложили, это редкая удача. Нет, нет, нет! На самом деле нужно было просто прийти в студию, сесть на стульчик, увидеть текст и просто услышать голос режиссера, потому что оказалось не так уж и сложно. Конечно же, строчка за строчкой, потихонечку мы так взялись и озвучили. Ты только не волнуйся. Солнце яркий луч. Путь найти во мгле, я прошу, верни, что так желанно мне. Это не всегда легко, это не всегда вот так вот просто с полпинка, и это действительно работа, но вот поэтому интересно. Что? Ой-ой-ой-ой-ой, как же так? Это кошмар, какой ужас, настоящая катастрофа. И больно бывало, и обидно, и жутко как-то неприятно, что где-то что-то не складывается, не получается. Наверное, сегодня не мой день, обычный и неотразим. Если ты открытый, и если ты, не знаю, веришь в себя, и у тебя есть какая-то определенная мечта и определенное желание, то... этого нужно обязательно добиться. Иди к своей мечте. Пойду. Кому ты нужен? Я с ней говорил. Мы стараемся. Мы правы и честно работаем, трудимся, потеем, учимся. Мне кажется, в этом мультике есть абсолютно все. Есть какой-то характер, есть ссоры. Почти, да. Вот, есть какие-то приключения, когда вдвоем они бегут, спасают друг друга, влюбляются и даже целуются. Там есть и, не знаю, и обман, и интриги, и злодеи, и разбойники. Запах пота с нотками запаха старых носков.
Лично мне это навевает мысли о чем-то явно коричневом, согласна? Потрясающий юмор. Крайне редко он бывает настолько смешным и добрым в то же время. Это безумно интересно, красочно и динамично. Чтоб ты знала, я в своей жизни ничего абсурднее не вытворял! А ничья устраивает? По сочности цвета, который предлагает эта замечательная компания. Я не знаю, с чем это сравнить. Что это, что мне там делать, подмешивать туда? Душу, вероятно. Но, в общем, это здорово. Дисней постарался. Они написали и нарисовали все. Очень здорово. Да! Замечательный мультфильм, поэтому я его советую посмотреть всем. Я его видела раз 10, может быть, даже больше. И буду смотреть его всегда с удовольствием, потому что я верю, что этот мультик станет классикой. Приходите в кинотеатр.